Молодая влюбленная пара Вика и Роман вместе с друзьями проводили выходные в отеле. Утром Роман играл с друзьями в теннис, а вернувшись в номер, обнаружил свою невесту мертвой. Девушку задушили. Увиденное повергло молодого человека в ужас. Кто мог лишить жизни ту, которую он так сильно любил? Следствие выясняет, что Вика вела двойную жизнь, о которой Роман ничего не знал. Ильин уверен, что девушка занималась проституцией. Мог ли жених узнать об обмане и отомстить своей невесте таким ужасным способом? Муж Анны Олег попадает в больницу с сердечным приступом. Дело продолжает вести Ильин. Гинеколог убитой Виктории Славкиной уверяет, что точно знает, кто убил Вику. Однако имя убийцы, которое он произносит, повергает Ильина в шок. Он идет к Халину, и полковник немедленно отстраняет Спасскую от расследования.